Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон, и сегодня мы займемся тем, то, что купим ганна, и может быть даже сходим в спортзал, покачать наш скилл, так сказать, бойца, чтобы нормально драться, а то меня мудохают тут каждый, недавно вот зашел в ментовку, да, там построение было, лидер, так, сейчас там, секунду, акип такси, вот, лидер там был, была Кристина Чхонес какая-то, не знаю. И, в общем, как получилось, она стоит там, все нормально, построение, ЗВ мне не дали, слава богу, нормально все. Вот, и, короче, что получилось. Потом, когда она уехала, то есть меня просто расстреляли. Меня расстрелял какой-то там новобранец, хотя, не знаю, у меня скины заменены, так что я не могу видеть... А кто там, в чем там вообще, вот как-то вот не могу это смотреть. Надо будет скины менять на более реалистичные, или просто HD поставить, и все тогда хорошо будет. Вообще, я хотел в армию, в ПД поступить, да, но меня из армии постоянно по какой-то причине увольняют. Либо там оскорбление, либо самовол, либо еще что-то, потому что, ну реально, я не могу усидеться в армии ЛВ. Хотя нет. Меня из ЛВ уволили за то, что я там что-то... А, да, Оск, я оскорбил одного пидораса, назвал. Не, ну, в принципе, это не Оск, это как бы нормально. Порядки вещей, так. Сейчас чуть дальнобойщику груз не сбили, он мент вообще. Какой нахер ПДД? Да. Вот были бы, не знаю, годом это... Не знаю, годом раньше, да, я бы сейчас СХ так сделал тут, я не знаю, я просто раньше с читами бегал. Сейчас особо-то нет читов никаких. У меня только Клео папка стоит, так как у меня Клео худ. Вот, а остальное ничего нету. Так, давайте нормально проедем, а то я тут, помню, переворачивался. Хотя вот этот вот Феликс Смит говорит, типа, бонус за скорость. Какой в жопу бонус за скорость, серьезно, вот. Как посмотреть на этого вот бомжа, да, 3-4 уровня. Хотя я сам бомж 3-4 уровня, я бомж. Но я не играю особо там. Видео выходят они, ну, не так часто, да, они не такие интересные стали. Ну, все потому что меня забанили, а левел у меня тут маленький. И качать мне, во-первых, впадлу. Я уже качал кучу аккаунтов, их банили, перебанили. Кстати, наверное, чтобы вам не морочить голову, да, я сделаю нужную вещь, да. На некоторых серверах у меня есть VIP. VIP-аккаунт. 11 левел, нормально. И что я сделаю? Я просто напишу на других серваках, там, где можно, не через армию, напишу заявку. Ее одобрю, допустим. И все, я буду в ПД, то есть временно до 28-го снимать это все в ПД, да, получать звание, учить УК, ТК, ТШ, там, ТП, вот это, короче, все вот это буду учить. А потом, когда буду уже там, я не знаю, может, лейтенантом, не знаю, в общем, пойду туда, наверное, на тот сервер, ну, если там реально звание большое подниму, и скажу, типа, вот он, это мой твинг, принимай его. Там, блядь, пидорас, а. О, с ГМ-каром, 216 ГМ-кар. Блин, умеют же люди пользоваться ГМ-каром. Репор 216 ГМ-кар. Секью, ничего я не знаю, как это произносится, так что я поехал. Мне вообще пофигу. Кстати, на сервере почему-то вот, если кто знает, напишите в комменты. Я не знаю, почему тут меняют каждый раз время. То есть, вначале его нормально ставят, потом оно в рестарте меняется, да, и получается, то есть, 5 часов утра по Москве, а тут 8 где-нибудь утра. Просто такого вот не особо понимаю. Это опана. Элегия. Самая такая. Дрифт. Кстати, помню, вот над этими полудурками угорал, когда я был в этом. Ой, блин. Когда я был так в банде Рифа, да. Вот. Взрывал эту, короче, бензоколонку. Они там все умирали, короче, орали, типа, пидорас, там что-то, он взорвал все это, ай-яй. Они капту просирали из-за меня. Ну просто я с Якудзой там общался тогда раньше, там 9-й ранге все друзья были. Сейчас они все практически ушли из Яков. Хотя нет, Рой тут Катер, есть один тут человечек. Он себя в Яки перешел, был в ЛКН. Вот, и поэтому все отлично. Наверное, в Яки пойду, когда там Сосновый, не знаю. Еще нужно аккаунт проверить, кто там 11-12 уровень.
Вип. Вип, это точно я он знаю, что он вип, но он бомж. Еще один минус. Это очень, не знаю, печально, что ли, это очень. Вот так вот. Так, стоп. О, машина на первый день, не дом, дом, кстати, красивый такой, из черного дерева. Это, не знаю, вот в Майнкрафте есть такое дерево, в зимнем биоме такого же цвета. Неплохо, зимним модом особенно неплохо смотрится. О, помню, кстати, вот этот вот дом ловил, у него гост 400 тысяч. Нормально. Я, по-моему, тут я уже все дома переловил, которые можно. Я вон тот редкий ловил, там, где дом Аль Капоныча был. Раньше, по-моему, слил в гост. Я помню, раньше дом Аль Капона был, да? А сколько, 250 тысяч стоил? С-класс он себе сделал. Ух ты, ёлки, по... и друг поймал. Я охренел, конечно. Ну, он продавал за 15 миллионов, за 10. А он поймал, ну как, ну его поймал за 250к. Ну, охрененно, что на респе, во-первых, потом там до хрена денег стоит, нормально. И все. Просто жил, так сказать. А потом Аль Капон заходит, говорит, сливай. А, ну как, сливай, да? Он говорит, почему? Потому что это класс D. Он такой, ну ни хрена себе, типа, ну ладно, слил. В гост нормально. Ну, он, потому что он пригрозил, типа, сливай или сейчас удалю нахер тебя. Он такой, ну ладно, слил, в селхаус, все нормально. Он меняет на D-класс и уходит. Все, он тупо, он ушел. А там чуваки, ну, подъезжали, как бы смотрели, да, купить хотели уже дома. Он, короче, ну, не успел продать, так сказать. Если бы он продал, то все, с него там взятки гладкие, так сказать. А тут что? То есть, получается, он продал, да, а там Аль Капон зашел и слил, считай. Ну, это я не знаю, ни один нормальный человек не будет отдавать, если бы он успел продать. Я бы точно не отдал, я бы сказал, что, охерел, что ли, я этот дом тут за 10 лямов купил, ты, блядь, будешь сейчас мои деньги, что ли, возвращать мне. Хотя у него миллиарды, но все равно он не вернет, он удалит нахер, ему этот де, проще делаккаунт прописать. Кикнет, тихий банды, удаление, все. Так, кстати, нужно в Вайнгу проехать. Может, тут дома по госу стоят. Какие-нибудь С-класс, может, стоит. Может, кто слил. Вчера, помню, продавали... заходил там на полчасика, да? Вот, продавали дом С-класс. Сколько? 50, что ли, миллионов. Я херею просто, вот реально. Некоторым людям, вот, как бы, говоришь им то, что вот С-класс надо дом. Они говорят, цена. И после того, что... Ты, допустим, называешь там 20 лямов. Они такие, нихера себе там, бра-бра-бра. Я такой думаю, ну 20 лямов, что, много что ли так, там, не знаю, прям. Кстати, мой дом был когда-то. Кстати, что, никакое число, я тут биндер сделал себе 9-е. Меня разбанят через 19 дней. Отлично, вообще все просто шикарно, кошерно, все супер. Замечательно, супер-пупер. Вот. Когда разбанят, у меня 2,2 миллиона будет. Я хочу здесь еще накопить приличную сумму, чтобы там сразу буллет себе купить. Или туризма. Туризма вот я давно, давно хочу. О, булка. Спонж говно, вот оно. Ну, пожалуйста. У него что прикольно, у него то есть 4 фары. Когда он едет, да, наперед ему смотришь, когда он, вот, там 4 фары горят, это очень круто, просто очень красиво смотрится, поэтому, по-моему, его и берут. Но в основном, мне вот туризма нравится, чисто туризма, она красивее, она, не знаю, ну не быстрее, конечно, быстрее вообще инферно всех, но все равно она просто круче, реально круче. Если вот сравнить три машины, Инфернус, Буллет и туризма, да, то есть сравним Инфернус, большая скорость. На резких поворотах скорость приходится снижать. Для чего? Для того... Кстати, стоп. А, фу, это там дом снесли тот. Нет. В общем, для чего приходится снижать скорость? Чтобы не улететь нахер вперед. Дальше у нас идет Буллет. Хорошая машинка. Заворачивает отлично. Скорость 112 км в час. Вроде бы ничего, никаких дефектов. Но если включить нитро и попытаться завернуть, тебя унесет нахрен вообще там, не знаю. Чуть ли не на. Чуть ли, я не знаю, там не на небеса унесет тебя, короче, будешь там сидеть. А, что ж, смотрим дальше. А, ладно. Туризма. Машинка прикольная, спортивная. 107-106 км в час. Достаточно быстрая скорость.
На поворотах очень хорошо заворачивает. Очень просто хорошо. Дрифт прекрасный. С нитро, когда включаешь, тоже неплохо заворачивает. Все отлично. То есть, все прям супер. Кстати, нужно написать Фернандо. Нет, он не в сети. Лидер, хозяин СТО, короче. Охота написать. Он говорил, типа, будет место принято, я не знаю, есть ли там место или нет. Ну, давайте съездим, если я буду в СТО, конечно, там онлайн нужен будет. О, напоминаю, что в Курилке все еще открыт прием заявлений на лидерство групп. О, Белова сняли, а, наконец-то. Или он сам снялся, не знаю. Лидер, кстати, тут этот снялся, как его, Рифы, ну, как, недавно, дня 3-4, что ли, назад. Хотя, стоп, нет, ней. Дней 7, чей как. Ну, дней 7, может, не знаю. В общем, снялся, у него там проблемы в ВОЗ были. А вообще, лидер хороший. Лидер реально тащил, он, не знаю, там, вот, 2 дня пока стоял, короче, умудрился практически полгета взять. Квадратов 7 он взял где-нибудь. А этот лидер, вот, которого поставили, он сейчас вообще как нуб себя ведет, я не знаю, просто не выигрывает, а стоп. Ну, он немножко захватил, это тоже, видать, лидер. А, сильный достаточно, он где-то сможет взять. Сейчас Рифа ложит Вагас вообще только так, реально. Вагас раньше считался чит-составом, а как этот лидер встал, да, весь чит-состав ушел к нему. Не знаю, может, шишка какая-нибудь большая, но если посмотреть, да, то есть Вагас когда тащил, реально, на него никто не зарекался, ничего, он просто всех херачил. А сейчас его просто в говно вообще смешивают, я не знаю, его там ни за что считают Вагас. За говно, за обычное. То есть это то же самое, что вот Балас раньше. Ну, Балас всегда такой практически был, ты там взял Белов один раз. И то своим чит-составом. Сейчас вот без чит-состава никто... А, в общем, ребят, меня крэшнуло. Даже я бы сказал так, кикнуло, да? А, завис самп. И, короче, на этом я, наверное, заканчиваю, потому что доехать до СТО сейчас уже не получится. Вот, да и время подходит к концу. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.